можно я ее заменю? Я не Вера Анатольевна. Григорий Абрамович. Я скажу. Я представляю сегодня трио преподавателей, которое называется «Вдохновение». И, наверное, не случайно мы здесь, поскольку вдохновение господина Усомы вот явно вот здесь вот мы это видим. Я хочу поздравить сегодня жителей Протвино. У нас сегодня праздник, у нас сегодня замечательная выставка. Мы здесь никогда не встречались с культурой, живописной культурой Египта. Мы никогда этого не видели. Сегодня мы видим это первый раз. И для нас это праздник. Я надеюсь, что мы будем встречаться с культурой Египта часто, поскольку вы теперь у нас не первый раз в Протвино, насколько я знаю. Вы знаете, вот я сейчас смотрел в начале вечера, увидел женские замечательные портреты. Я сначала подумал, что это портреты русских женщин. Настолько они похожи, эти лица похожи на лица русских женщин. Насколько они красивые. Они очень, очень красивые. Но я не хочу сказать, что египтянки действительно, вот глядя вот на эти портреты, египтянки очень красивые женщины. Это я как мужчина. Вы знаете, вот этот вот уголок, он такой светлый. Я так думаю, что если выключить свет, то все равно там будет очень светло. Наверное, как солнце Египта. Я никогда не был, к сожалению, в Египте. Но я представляю себе вот всю вот эту, всю эту красоту. Я думаю, что, не знаю, ну такое светлое, замечательное вот это вот живописное творение. Ну, меня, например, это тронуло. И мы увидели в том зале часть русской культуры, да, живопись на пейзажи России. И вот эта вот связь Египта и России, ну вот, наверное, это надолго. Вот, и спасибо вам огромное, господин Усома, что вы смогли привести к нам часть своего творчества и показать нам свое вдохновение. Ну и мы тоже вам хотим сделать подарок. Спасибо. Астор Пьяццолла, танго.